Новая православная церковь открылась на территории Городищенского района в поселке Царицын. Храм, носящий имя великомученика Георгия Победоносца, был построен на средства прихожан, в основном представители местной грузинской диаспоры. Для жителей поселка, которых объединяет одна вера, первую божественную литургию в церкви провел митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Для поселка Царицын, в котором проживает около 2000 человек, открытие православного храма – большое событие. До этого здесь не было ни одного церковного прихода. Это первый, который был построен за счет средств местных предпринимателей и представителей грузинской диаспоры. Именно поэтому храм великомученика Георгия Победоносца уже называют русско-грузинским. То, что строили именно грузины, очень радостно, потому что диаспора грузинская тоже достаточно крепкая, большая. Много людей привлекались сюда для того, чтобы построен был храм. Да? Но самое главное о том, что если есть такое вот молитвенное общение между национальностями Волгограда и области, то это еще больше сближает и укрепляет наших жителей. Открытие такой церкви, сближающей православных христиан разных национальностей, не обошло вниманием патриарх всей Грузии Илия II. В дар храма он передал икону великомученика Георгия Победоносца. Большую значимость событию придал и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Он не только осветил храм, но и провел здесь первую божественную литургию.